Покупая участок, мы часто хотим видеть его хоть немного, но рельефно. Когда же мы собираемся строить дом, нам уже нужна ровная площадка под фундамент. И совместить эти два желания довольно-таки трудно. Но дом все равно строить надо. От перепада высот никуда не уйти. И мы начинаем думать, а какой фундамент в таком случае вообще можно применить? Если мы будем устанавливать монолитный ленточный на склоне, будь у нас, допустим, 2 или 3 метра перепад, это нам станет копеечку, причем хорошую копеечку. Наши же сваи позволят максимально снизить стоимость данного фундамента и не в ущерб качеству. Что касается стоимости фундамента на винтовых сваях, то она практически в 3 раза ниже традиционного ленточного. И, например, для дома размерами 9 на 10 метров понадобилось всего 24 сваи. И за 2-3 дня все, включая обвязку, было сделано. Кстати, на этом участке перепад высот составлял почти 1 метр. И, как видите, для винтовых свай это очень незначительная величина. И что особенно важно для владельцев участка, ландшафт остался совершенно нетронутым. Здесь никаких земляных работ не нужно проводить. Бывает перепад, он может достигать нескольких метров, а наши сваи могут производиться до 11 метров цельной конструкции в длину. Даже если этой длины не хватит, мы можем сваи нарастить. Выведем это все на определенный уровень, сделаем обвязку и стройте, пожалуйста, дом на уклон. Между прочим, в нашей местности холмы и овраги далеко не редкость, а значит, подобное решение значительно расширит возможности малоэтажного строительства. Причем крутизна склона для фундамента на винтовых сваях особого значения не имеет. Есть специальные приспособления, при помощи которых мы можем монтировать сваи на склоне. Это специальные насадки для того, чтобы, если мы монтируем 108-ю сваю, рабочим не тянуться за рычагом, а чтобы он был на уровне, и они спокойно вкрутят эту сваю. Если же у нас будет 133-й диаметр, то есть подкирпичное строение, то подгоним технику, возьмем двух рабочих, они будут ловить уровень на свае, машина будет закручивать. А при ручном монтаже, как мы уже и говорили ранее, эффективность и качество монтажа намного выше, чем при механическом. При этом метод сваи постоянно выверяется по вертикали в нескольких плоскостях, и есть возможность увеличивать или уменьшать усилия на тот или иной рычаг заворачиваемой сваи. Кстати, пересеченная местность включает в себя не только холмы и овраги. И если захотите, то ваш дом можно поставить не просто рядом с водоемом, но и как бы нависая над ним. Мы также монтируем, кроме фундаментов под дома, мы монтируем фундаменты для причалов, для пирсов, для мостов. Поэтому с легкостью мы установим вам фундамент и на воде. Ну а куда оборачивается каждая конкретная свая, в речное дно или посреди лесной поляны, не имеет особого значения. Ведь после того, как все сваи полностью завинчены, оголовки приварены и обвязка установлена, фундамент становится практически монолитным. Как правило, большинство компаний гарантий на фундамент вообще никаких не дают. Мы же гарантию даем, поскольку мы уверены в технологии на все 100%. Потому что технологии настолько универсальны, что никаких погрешностей быть не должно. Так что если у вас есть участок на склоне, и вы не знали, что же с ним делать, знайте, строить. Причем не откладывая в долгий ящик. Ведь всего 2-3 дня, и фундамент подойдет.